Часто люди интересуются, в каких местах можно обнаружить клопов, чтобы их истребить. Клопы часто селятся поближе к человеку, поэтому в спальных местах можно обнаружить, забиваются они в щели. Например, задняя спинка дивана, допустим, здесь, эти щели. Здесь вот видно, здесь, ну и все швы, которые можно только обработать, можно это сделать. Внутренняя часть тоже. Даже в чехле для дивана тоже можно обнаружить их. Вот, например, вот тут видно. Вот они сидят. Это наружная часть. Если обработать это место, если обработать, они тут полезут. Вот. Полезли. Концентрация яда высокая, поэтому практически сразу вдыхает. При меньшей концентрации яда, процентов яда, они начинают бегать быстро. Да, во внутренних швах тоже часто бывает. Внутренней части швы открываются. Тут важно, да, здесь смотреть, обрабатывать эти места все. Здесь, здесь. А также любят в розетки забираться, внутреннюю часть туда, делают гнезда и плинтуса. Да, особенно любят натяжные потолки. Навесной потолок. И вот в эти щели, то там они делают тоже гнезда. Там важно эти места тоже обрабатывать. Подушки тоже эти щели все. Тоже обрабатывать. Ну и конечно же нижние корпуса. Нижнюю часть. Вот.